Вот подходит к концу мой день рождения, я решила в его честь записать все-таки цветовую медитацию, которую я обещала сделать, если наберу 10 желающих. И, судя по всему, я их набрала. Я даже купила микрофончик для этой цели. Ой, сейчас только, чтобы мне тут ничего не попадало. И готова, в принципе, выступить. Я вообще не любитель делать медитации со звуковым сопровождением, но я знаю, что очень многие люди любят. Поэтому я уважу тех из вас, кто любит музыку, и включу моего любимого композитора Педера Хеланда. Да, его зовут Педер. Так, музычка готова. Занимайте удобную позицию. Буду читать, как обычно, со своего айпэдика. Сядьте. Или прилягте так, чтобы вам было удобно. Закройте глаза и начните медленно дышать носом, выдыхая через рот. Просто начните наблюдать за своим дыханием. Больше ничего не нужно делать. Позвольте себе дышать и наблюдать за тем, как вы это делаете. Разрешите вашим мыслям и эмоциям начать медленно уходить вместе с вашим каждым выдохом. Почувствуйте тяжесть вашего тела и его контакт с поверхностью, на которой вы сейчас находитесь. Каждая ваша клеточка находится под постоянным воздействием силы земного притяжения. Почувствуйте ее всем вашим существом. А теперь представьте на минуту, что вы живете в монохромном мире, где нет никаких цветов, кроме серого. Вы едите серую еду, пьете серые напитки, смотрите в зеркало и видите там серое лицо и тело, обнимаете серых людей. А когда вы ходите на улицу, на вас светит серое солнце. Почувствуйте, изменилось ли ваше внутреннее состояние, когда вы представили себя, живущей вот в таком мире, лишенном других красок. А теперь представьте, что вы и весь ваш мир окрашены в красный цвет. Ваши волосы, глаза, кожа красным цветом. Вы едите и пьете красную еду и напитки. Все, что окружает вас, тоже красного цвета. Почувствовали ли вы разницу между вашим состоянием, когда вы жили в сером мире, и когда он окрасился в красный цвет? А теперь давайте вернемся в наш привычный мир, полный бесконечного множества оттенков и цветов, где еда на вашей тарелке может быть всех цветов радуги, где каждая прогулка на природе радует ваш глаз многообразием ярких и сочных красок. Почувствуйте ваше внутреннее состояние в этот момент, когда вы понимаете, что в вашем распоряжении всегда есть чудесная палитра.
И каждый цвет может влиять на ваше физическое тело, на ваш уровень жизненной энергии, на ваше эмоциональное состояние. Он может вдохновлять, гармонизировать, успокаивать или возбуждать. Он может нести в себе память о неком событии для вас. Он также может стать вашим лекарством. Когда я буду называть цвет за цветом, попробуйте представить его в виде водопада над вашей головой, разливающегося во все стороны вокруг вас и внутрь вашего тела. Разрешите каждому цвету наполнить вас и ваше энергетическое пространство, вашу ауру. И наблюдайте, какие ощущения будет вызывать у вас каждый цвет, который мы пригласим в нашу медитацию сегодня. Будет ли он ощущаться тяжелым или легким, знакомым или совсем чужим, теплым или холодным, плотным или рассеянным? Какие ощущения он будет вас вызывать? Итак, над вашей головой представьте небесно-голубой цвет и позвольте ему мягко распространиться вокруг вас. Если вы чувствуете себя в нем комфортно, позвольте ему наполнить вас, ваше тело. Приятно ли вам находиться сейчас в этом свете? Небесно-голубой — это цвет интуиции и знаний, прикосновение к духовному. Вы можете пользоваться этим цветом каждый раз, когда вам нужно усилить свою интуицию. А теперь над вашей головой представьте глубокий, насыщенный, темно-синий цвет. И позвольте ему мягко, как пуховое одеяло, распространиться вокруг вас. И если вы чувствуете себя комфортно, позвольте ему наполнить ваше тело. Как вы ощущаете себя сейчас в вашем теле, в этом цвете? Вам уютно быть в темно-синем? Помогает при любых болезненных ощущениях в теле, особенно связанных с повышением температуры. Вы можете направить его в ту область вашего тела, которая вас беспокоит, и обнаружить, что темно-синий цвет обладает способностью успокаивать воспаленные участки. Дальше. Над вашей головой представьте теперь цвет бирюзы, цвет морской волны под лучами солнца. И позвольте ему мягко распространиться вокруг вас. Если вы чувствуете себя комфортно,
Позвольте ему наполнить вас. Приятно ли вам находиться сейчас в этом свете? Цвет бирюзы. Это цвет веселья, радости, шуток и смеха. Каждый раз, когда вы захотите добавить веселье в свою жизнь, вы можете намеренно представить себя купающейся в этом сочном и ярком цвете бирюзы и заметить, как он постепенно влияет на ваше настроение, переключая его в более позитивную и легкую сторону. Над вашей головой представьте теперь насыщенный фиолетовый цвет. И позвольте ему мягко распространиться вокруг вас. Если вы чувствуете себя комфортно, позвольте ему наполнить вас. Почувствуйте, приятно ли вам находиться сейчас в этом цвете. Это цвет знаний и учебы, цвет духовных стремлений. Обращайтесь к нему каждый раз, когда вам нужна усидчивость. И отмечайте свое состояние, как оно начинает меняться под воздействием фиолетового цвета. А теперь над вашей головой представьте нежно-розовый цвет и позвольте ему мягко распространиться вокруг вас. Если вы чувствуете себя комфортно, позвольте ему наполнить вас. Приятно ли вам находиться сейчас в этом нежно-розовом цвете? Какие он вызывает у вас ощущения? Вам хочется в нем быть? Это цвет любви и принятия себя и других такими, какие они есть. Вы можете сконцентрировать этот цвет в районе вашей грудной клетки, там, где находится ваш сердечный центр. Наполняясь любовью и принятием самих себя, мы начинаем транслировать это состояние в мир. И мир начинает отвечать нам тем же. Если вы хотите привлечь в свою жизнь больше любви, приглашайте розовый цвет почаще. Давайте пригласим красный цвет и посмотрим, как откликнется ваше тело. Позвольте красному цвету мягко распространиться вокруг вас. И если вы чувствуете себя комфортно, позвольте ему наполнить вас. Вам приятно находиться в красном цвете? Цвет страсти, храбрости, витальности или жизненной силы. Это обычно цвет вашего первого энергетического центра, откуда вы заземляетесь с планетой, у самого основания позвоночника, откуда вы берете ресурсы на жизнь в этом материальном мире.
Если вы будете чувствовать недостаток сил, вы можете позвать на помощь красный цвет и увеличить количество вашей энергии, необходимой для выполнения повседневных дел и обязанностей. Еще один цвет, помогающий с увеличением жизненных сил на уровне физики тела, это насыщенный оранжевый цвет, темнее, чем цвет апельсина. Позвольте ему мягко распространиться вокруг вас. И если вы чувствуете себя комфортно, позвольте ему наполнить вас. Приятно ли вам находиться сейчас в этом темно-оранжевом цвете? Вы можете обращаться к нему в любое время, когда вам нужно увеличить свои силы. А мы двигаемся дальше. Над вашей головой представьте фонтан из желто-лимонного цвета и позвольте ему мягко распространиться вокруг вас. Но если вы чувствуете себя комфортно, позвольте ему наполнить вас. Почувствуйте, вам приятно находиться сейчас в этом цвете. Цвет логики и аналитического мышления. Он в вашем распоряжении в любой момент, когда вам нужно положиться на ваши умственные способности. Над вашей головой представьте зеленый густой цвет леса. Позвольте ему мягко распространиться вокруг вас. Если чувствуете себя комфортно, позвольте ему наполнить вас, все ваше тело. Приятно ли вам находиться сейчас в этом цвете? Это цвет изобилия и процветания. Можете использовать его в любое время, когда вам нужно почувствовать это состояние, что у вас все есть и будет становиться все лучше и лучше. А если вы измените этот цвет на цвет зеленого яблока, то он будет стимулировать ваш внутренний рост и усвоение новой информации. Заканчивая нашу медитацию на сегодня, я приглашаю один из самых могущественных и исцеляющих цветов. Вы можете догадаться, что это за цвет? Вашей головой представьте цвет сияющего золота и позвольте ему мягко распространиться вокруг вас. Если вы чувствуете себя комфортно, позвольте этому цвету золота наполнить каждую клеточку вашего тела. Приятно ли вам находиться сейчас в этом цвете? Это цвет наивысшей гармонии и мудрости, эмоциональной защиты
случайность. Каждый раз, находясь в неприятной обстановке, вы можете представлять себя окутанный этим цветом. Он будет вашим уберегающим талисманом. Цвет золота. А теперь вернитесь к вашему дыханию. Почувствуйте ваше тело в контакте с поверхностью, на которой вы сейчас находитесь. И сделайте глубокий вдох и выдох в пространство позади себя. И создайте намерение, чтобы эта медитация сегодня послужила вам наиболее благоприятным и гармоничным для вас образом. И все цвета, с которыми мы